здравствуйте, сейчас я возьму интервью у уранских бабушек и таких нынешних акул шоу-бизнеса. Как вообще сильно изменился ваш состав после Евровидения? Ничего вечного под луной не бывает, и поэтому, конечно, старые люди отходят, молодой состав заполняет и заменяет их. Место в шоу-бизнесе уступает вам? А мы не ждем выступления, мы сами выступаем на них. В ближайшее время планируется какой-то фит с кем-то? Вот. Хит? Мы сами создаем. Фит мы не понимаем. Так как вы самые продвинутые бабушки России, небольшой блиц. Ответьте, пожалуйста, что такое спиннер? Спиннер – это игра такая. А что такое репост? Ой, нет, я не знаю. Это значит... А что такое хайп? Хайп, я не знаю, что такое. Сложное слово какое-то, да? А правда вообще, что вот в шоу-бизнес попали через массовку, пусть говорят? Нет, абсолютно нет. Крайний вопрос. К вам когда-нибудь Максим Галкин приставал? Да, мы с ним обнимались, целовались, танцевали. Мы же на передаче у него были. Передачи снимались. Максим. Я за тобой хоть на край земли. Я за тобой, только позови. Я за тобой по следам твоим. Я за тобой, за тобой одни. После того, как узнали, что вы приезжаете, вот в Горьевске 27 мужиков ушло из семьи. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я не знаю, а куда они ушли? Вот я не знаю, может, вы попросите как-то вот вернуться в семью их? Мужики, вернитесь в семью, потому что кому вы еще нужны, кроме своих жен? Не дурите! Какая ваша любимая песня в вашем исполнении? Сейчас, в данный момент, новая. «Хочу быть с тобой». «Хочу быть с тобой». «Хочу быть...» Ну, любимая моя тоже песня. У вас, кстати, очень классный парфюм, Анна. Спасибо. А у меня как? Вот чувствуете, как... Просто мне такой классный, что я ваш классный не чувствую. Встречался ли вот мужчина, который вам смотрел в глаза? Да, все мужчины мне смотрят в глаза. Вот вы сейчас тоже стоите и смотрите в глаза. И последний вопрос. Пятый или шестой? Что пятый или шестой? Ну, пятый или шестой раз вы в Калининград приезжаете? Не помню. Блиц окончен, и я холост. Я за вас рада или не рада, я не знаю. Удачи вам выступить. До свидания. Спасибо.